Всем привет! Это «Дети в сюжете», с вами ведущие Саша и Петя. Знаешь, всегда было интересно узнать, как стать водителем автобуса. Для этого надо годы учиться, а потом взять на какие-то специальные права. Или просто каждый взрослый с водительскими правами может стать водителем автобуса. А давай узнаем у лучших водителей. Они как раз соревнуются в профессиональном мастерстве. Конечно, давай. А разве у них есть соревнования? Да, есть соревнования. Прям как на Олимпиаде? Как на Олимпиаде. Пойдем посмотрим? Пойдем. Какие главные критерии оценки мастерства водителей? Мы обращаем внимание на порядок прохождения трассы, то есть соблюдение порядка прохождения трассы, аккуратность выполнения фигур, чтобы ничто не сбил, и на скорость движения по этим фигурам. На конкурсе здесь уже участвуют лучшие водители? Да, здесь участвуют лучшие из лучших, приезжают уже к нам на конкурс на участие и демонстрируют свои навыки. Какое самое сложное испытание было на конкурсе? Наверное, параллельная парковка. Вроде ты все знаешь, но начинаешь ехать, смотришь, где-то что-то не так, какие-то ориентиры не те. Сколько времени и чему мне нужно учиться, чтобы стать лучшим водителем? Времени нужно очень много. У меня на это ушло, порядка 5 лет. Конечно, бесконечные тренировки. Мне кажется, что все равно должно быть какое-то умение дано от природы. Оказалось, что быть водителем не так уж и просто. Нужно сдать специальные права, знать правила дорожного движения и знаки. А также водители отвечают за жизнь реальных людей. Это были «Дети в сюжете», специально для «Город Плюс». Пока-пока.